Многоэтажный долгострой на берегу реки Половинка в городе Елизово снесут. Такое решение принято на внеочередной 88-й сессии Думы Елизовского района. Достраивать здание, которому уже несколько десятилетий, нецелесообразно с экономической точки зрения, отметили депутаты. Единственно верный вариант – демонтировать строение. Также на сессии внесли изменения в бюджет Елизовского района. Дополнительно выделено еще 107 миллионов рублей. Большую часть суммы, 83,5 миллиона, направят на дорожные работы. Основные мероприятия, связанные с изменениями, это асфальтобетонные работы, которые будут проходить в ближайшее время, это подъезды к объектам социальной сферы. Значит, на эти цели мы выделяем сегодня деньги только из районного бюджета, это деньги местного бюджета. Значит, общая сумма 107 миллионов рублей, с учетом того миллиона, о котором мы сейчас проговорили, договорились на комитете. Мы тоже эту поправку принимаем, уже документы оперативно сейчас поправили, а миллион несли. Суть этих изменений – асфальт. Речь идет об асфальтировании подъездных путей к социальным объектам, а также ремонте дороги по улице Совхозная в Нововачинском поселении.